Корбет. Гол! Шулок забивает. Но я не хочу сказать, что Акбарс прям встал. Но в третьем периоде мы видим, что Адмирал превосходит соперника по скорости. И Адмирал этот второй гол заслужил. Либор Шулок. Бросок с близкого расстояния. Бросок в ближний угол. И Белялов пропускает. Так что не будет Акбарс одной из самых трех надежных команд по итогу.